Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами находимся в бойцовском клубе «Ягуар». Я Максим Кузеев, старший тренер, а это Александра, наш тренер по женскому фитнесу. Итак, девчонки, сегодня этот выпуск для вас. Может быть, по каким-то причинам вы пропустили тренировку, но я надеюсь, только по уважительным. И если вдруг вы не смогли сегодня прийти к нам на тренировку, то Александра покажет, что вы можете сделать дома со своим весом, чтобы не получить откат. Итак, новая тренировка. В этом выпуске мы покажем вам комплекс упражнений, направленный на проработку ягодиц и бедер. И первое упражнение, которое мы начнем, это будет также приседание. Начинаем. Делаем 10 приседаний. Все, затем дорабатываем прыжком из седок. Также на 10 повторений. Второе упражнение, которое мы с вами разберем, это будут выпады в тройной и двойной комбинации. Начнем. Так, исходное положение. Мы также принимаем колено над носком. Сзади стоящая нога, колено упирается в пол. Добавляем мах. Как можно выше. Стабилизировали корпус. Чуть-чуть вперед. Второе упражнение – выпад в тройной комбинации. Мы делаем выпад в сторону, добавляем выпад назад, делаем мах вперед. И так делаем с вами на 10 повторений. Также колено над носком. Отталкиваемся опорной ногой. Ну вот это была тренировка с собственным весом. Понравился видос? Если девчонке понравился и мальчишке, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно приходите к нам на тренировки в бойцовский клуб «Ягуар».